Так, ребят, пока не появилось, я вот эту не могу уловить. Если кто-то там уловил эту особенность, тогда в комментариях сбросьте инструкцию, но я постараюсь разобраться. Открываем настройки, отладка, и вот здесь IPv4 ставим, иначе браузер не будет работать, чтобы ЛО работало. Так, удаленный отладчик у нас нету. Python 3. Виртуальное окружение Python 3. Вот тут выставим вот это сейчас. Наше. Не забывайте, значит, что поменять, если у вас будут какие-то библиотеки. Так, перевод пока мы не трогаем. Редактор. Ну, сейчас это не так важно нам. Редактор, это все потом полазите. Так, применить, окей. Перезагрузим. Пока настроим. И вот как раз-таки я и не вижу сейчас. Пропала. Вот эта вот вещь меня и забавляет. Пропала. Пропала. Оболочки, задачи. Если мы ставим виртуальное окружение, то Django точно будет работать, если мы отдельно Django работаем. Я просто смотрю. Да, вот наше виртуальное окружение. Так. Хорошо.